В начале этой недели Вентспилс стал напоминать большой сугроб, что не характерно для этой местности. Коммунальные службы работают в круглосуточном режиме, очищая от снега улицы согласно установленным городскими правилам и нормам. Улицы Вентспилса поделены на классы, и в первые два часа снегопада очищают стратегически важные городские магистрали. Ну, транзит и Элска, сэр. Это транзитные улицы, мосты, виадук. Их чистим прежде всего. В течение 2 часов после снегопада их надо освободить от снега. За очистку улиц от снега в Вентспилсе отвечает комбинат благоустройства. При обильном снегопаде в первую очередь чистят улицы категории А, Б и С. Постепенно работы ведутся и на небольших улицах, а также во внутренних кварталах. Улицы поделены на категории А, А1, Б, С и Д. Согласно категориям, дается определенное количество часов на очистку от снега и на обработку антигололедным материалом. До сих пор не было необходимости вывозить снег за пределы города. Это дорогостоящая работа и обычно проводится только в пределах старого города. Но обильный снегопад вынудил городские службы принять решение о вывозе снега. Позавчера вывезен снег практически со всего Остголса на участке улиц Пилс и Пелду. В работах по уборке снега задействовано более 20 единиц техники. Как только удается очистить центральные улицы, малая техника приступает к очистке внутренних дворов и автостоянок. Прогноз не очень ободряющий. Обещают снег до субботнего вечера. Ветер и снегопад создают дополнительные трудности для тех, кто чистит улицы. Они очищают, а через 10 минут опять намело, и кажется, что ничего не было сделано. О вывезе снега с частных территорий необходимо заботиться управляющим. Комбинат благоустройства предлагает услуги по очистке улиц, прилегающих к приватизированным многоквартирным домам. Подать заявку можно по телефону, который вы видите на экране. Управляющим домами необходимо согласовать время работ и организовать свободный доступ к территории, попросив жильцов убрать автомобили. Перед нами стояла главная задача – очистить вчера внутренние кварталы. Там ситуация катастрофическая. Из некоторых кварталов выехать просто невозможно. Вчера 10 единиц техники очищали только внутренние кварталы. Коммунальное управление просит владельцев магазинов содержать в порядке стоянки возле торговых мест, так как во время интенсивного снегопада автомобили, оставленные на проезжей части, являются помехой для полноценной очистки улиц. Согласно городским правилам, в Вентспилсе в период с 1 декабря по 1 марта любое транспортное средство нельзя оставлять на улице на территории общего пользования дольше, чем на 15 дней. В это время владелец транспортного средства должен обеспечить очистку территории вокруг машины от снега, чтобы не создавалась помеха для движения транспорта. Вентспилсская полиция самоуправления уделяет особое внимание автомобилям, которые долгое время стоят на улице либо на автостоянке. Согласно метеопрогнозу, снегопады в Вентспилсе ожидаются уже на следующей неделе. Татьяна Саксаганская, Инжодзинш, Курзамское телевидение.